Всем привет! С вами Дмитрий Русул, и это новый выпуск Quick News, в котором мы поговорим с вами о новостях из мира плагинов и музыкального оборудования за последние две недели. Но прежде чем мы перейдем к первой новости, я хочу похвастаться своей новостью. Для тех, кто не в курсе, мой проект Neon Tapehead теперь переименован в проект Love Dukes. И у нас вышел первый сингл под новым названием, он также называется Love Dukes. И по ссылке в описании вы можете посмотреть наш короткий трейлер-тизер к этой песне. И сама песня доступна на всех площадках, также можете переходить по ссылке в описании. Зайдите на наш сайт, он сделан довольно красиво, я прям каждый день захожу и любуюсь. В общем, в комментариях жду ваш отзыв насчет трека, как вам, понравился, не понравился, очень интересно ваше мнение. Ну а мы давайте перейдем сразу к первой новости. Онлайн-магазину Plugin Boutique исполнилось 10 лет, в честь чего они предлагают большие скидки на все представленные плагины на их портале. И на самом деле, конечно же, для тех, кто не знает, Plugin Boutique — это такой некий агрегатор, который собирает различные предложения от всеми нами известных разработчиков, таких как iZotope, AudioThing, XLN Audio, например, и многие-многие другие. И в честь вот этого юбилея Plugin Boutique договорился, собственно, с разработчиками, чтобы те предоставили скидочные наборы, либо просто сделали большие скидки на популярные плагины. Кстати, на Plugin Boutique часто что-то подобное происходит, либо дают плагины в подарок за покупку, либо просто делают какие-то сезонные скидки, естественно, Черная Пятница. Я, например, у них довольно много в свое время купил. И сегодня прям реально беспрецедентные есть решения, то есть если у вас что-то еще не куплено и вы хотите все-таки купить, вот предлагаю перейти по ссылке на сайт Plugin Boutique и отметить вместе с ними десятилетие. Они отмечать будут до конца февраля, то есть вы можете воспользоваться всеми этими акциями и предложениями еще до конца этого месяца. Очень много чего интересного, тот же самый многими любимый Retro Color от XLN Audio сейчас продается тоже с большой скидкой. Можете перейти, там прям буквально, по-моему, около $20 стоимость. И вообще Plugin Boutique очень классный магазин, там есть кэшбэк внутренний, который можно использовать для потом погашения стоимости следующих покупок. То есть довольно удобно, плюс есть всякие акции, бесплатные плагины в подарок и многое-многое другое. Так что переходите по ссылке в описании и смотрите то, что вам нужно. Компания Focal решила обновить линейку своих мониторов под названием Alpha. И представила сразу три новые модели, ну, точнее две модели самих мониторов и один новый сабвуфер. Итак, давайте по порядку. Первый — это Alpha 80, это 8-дюймовые мониторы под лозунгом Alpha. Далее сдвоенные 6,5-дюймовые мониторы Alpha и еще дополнительный сабвуфер Alpha Sub 1, который также может быть использован с серией линейки Focal Shape, вот, которая у меня есть, и меня, если честно, эта новость заинтересовала. Я сейчас использую сабвуфер от JBL, но, возможно, рассмотрю этот сабвуфер к покупке. В принципе, вы также можете перейти по ссылке в описании и почитать все спецификации и подробности. Но вообще, Alpha, в принципе, довольно хорошая серия. Не такая дорогая, если брать, например, 8-дюймовые, вполне себе, то есть цена-качество у них хорошая. И вот наличие сабвуфера, специально подогнанного, собственно, под эту линейку мониторов, это довольно интересно. И я вот уже больше года работаю в связке с сабвуфером, и мне очень нравится, это действительно здорово. И на сабвуфере есть, естественно, все фичи, такие как кроссовер, то есть можно подключать звук через сабвуфер ваших мониторов. Ну, также, я уверен, можно и подключать некий сторонний контроллер, вот как у меня, например, тот, о котором я рассказывал в прошлом видео, в прошлом выпуске Quick News от Audi and Nero. То есть все это интегрируется, поэтому если вы рассматриваете некий апдейт своих мониторов, вот можете рассмотреть эту линейку, довольно интересно. Ну, ценник, например, на сабвуфер уже такой довольно кусачий, то есть больше 1000 евро, но так или иначе, я уверен, что это качественный продукт, и вот сабвуфер, еще раз повторюсь, меня очень заинтересовал. И то, что у него особенности есть конструктивные, которые позволяют его ставить даже в маленьких помещениях, под стол, близко к стене, это однозначный плюс, потому что не все сабвуферы и не всегда подходят, особенно для неподготовленных помещений, они могут только вносить большие проблемы, фазовые вычеты, гудение, которое не должно быть и так далее. Поэтому с сабвуфером надо быть осторожным, но вот благодаря этой новой линейке это сможет стать гораздо более доступным. Компания Lander совместно с компанией AudioFight представили свой набор плагинов. Он состоит из 5 плагинов, который называется Lander FX Suite.
и представляет из себя такой типичный OneNote плагин, который создан для того, что, точнее, эти плагины созданы для того, чтобы упростить жизнь всех, кто работает с музыкой, ну, я думаю, что больше, скорее, с записью и с битами. 5 плагинов, которые рассчитаны на определенные группы инструментов. Это бас, это барабаны, это акустические инструменты, это электрические инструменты и, конечно же, вокал. И что из себя представляют эти плагины? Все очень просто, как и заявлено, всего лишь одна ручка. Но эта ручка работает в содружестве с пресетами. То есть там есть 50, по 50 уникальных пресетов для каждого плагина. И вы просто выбираете то, что подходит вам, ну, либо по звуку изначальному, либо по описанию в пресете для того или иного плагина, и просто ручкой регулируете степень влияния этого плагина на звук. То есть это такой некий channel strip, который в себя включает, ну, в случае, например, с вокальным плагином, там и дилей, и ревер встроенный, и сатуратор, и определенный компрессор с эквалайзером, то есть такое все в одном, которое повешено на одну ручку, и вы, используя нужный пресет, как бы загружаете нужные настройки тех или иных вот встроенных под капотом параметров, и просто одной ручкой усиливаете эффект этих параметров. То есть, ну, довольно такой стандартный сейчас прием для облегчения жизни, ну, скажем так, непрофессиональным звукорежиссерам или там людям, которые только работают записью и не хотят вникать там в процесс обработки, потому что я лично, не сказать, что скептически, но не очень люблю такие подобные плагины, потому что я люблю, наоборот, копаться под капотом, все делать самостоятельно, вручную все настраивать. Но я прекрасно понимаю, что далеко не у всех есть на это время, есть знания, есть желание, а хочется результат услышать как можно скорее, например, если делаешь биты или какие-то аранжировки, или демки, или что-то набрасываешь, то есть такие плагины, конечно, могут пригодиться. И вы можете пройти по ссылке в описании, если вас заинтересовало, и купить весь набор за $100. Также есть подписка, так что смотрите, слушайте примеры в интернете, если вам понравится, то можете взять себе эту коллекцию плагинов. Друзья, вы давно просили нас, и мы это сделали. Самое выгодное предложение специально для вас. Представляем вам пожизненный доступ к базе курсов школы Logic Pro Help, причем как к уже вышедшим курсам, так и к тем, которые появятся в будущем. Как это работает, спросите вы? Все очень просто. Вы приобретаете определенное количество курса кредитов, 30, 50 или сразу 100, за фиксированную сумму, а потом по запросу обмениваете их на интересующий вас курс. Мы в ту же секунду пришлем вам выбранный курс из нашей коллекции, а доступ к нему останется у вас пожизненно. При этом вы сами решаете, в каком порядке и в каком количестве запрашивать курсы. Вы можете сразу запросить все, что уже было выпущено школой Logic Pro Help на данный момент, а можете запрашивать порционно, оставляя часть кредитов на будущие курсы. Все максимально гибко. Вы смотрите и изучаете только то, что вас интересует. При этом вы фиксируете за собой самую выгодную цену в перерасчете на один курс. Кстати, пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку. Переходите по ссылке в описании и узнайте подробнее, как это работает, а также узнайте о подарках, которые ждут каждого, купившего пожизненный доступ. Не откладывайте обучение на потом, начните прямо сейчас. Очередная интересная коллаборация от Стива Вая и компании Ibanez, с которой он уже давно сотрудничает, и на гитарах которой он давно играет, еще с 80-х. И в этот раз они представили так называемый гибридно такой трехголовый монстр, называется Гидра или Хайдра, и представляет из себя такую многофункциональную гитару. Конечно, Стив Вай неоднократно на подобном уже играл, но здесь прям специально под его нужды, под современные надобности разработали такую гитару и разрабатывали ее много лет, по-моему, порядка 5 или около того, и гитара на самом деле просто сумасшедшая, один вид ее завораживает, и, конечно, Стив Вай ее опробовал, записал демо, песню, сыгранную на ней. А в чем суть? Эта гитара себя представляет 12-струнную гитару, обычную электрогитару 7-струнную и, конечно же, бас-гитару 4-струнную. Но прикол в том, что еще на бас-гитаре там часть струн находится на безладовом режиме, то есть нету ладов, и часть струн находится в ладовом режиме. То есть довольно интересно, очень много комбинаций. Также там есть такой аналог а-ля ситары, ну не совсем ситары, а такой как гармоники, то есть такой интересный тоже прием. И, например, Стив Вай использует для таких неких перкуссионных призвуков. Конечно же, это огромный монстр, я не представляю, сколько он весит и как на нем играть, естественно, только сидя. И это что-то прям просто поражающее. Уверен, что это будет такая некая лимитированная коллекция, но в преддверии выхода нового альбома Стива Вая
все гитаристы, кто слушает гитарную музыку, вот скоро грядет альбом. И, соответственно, в преддверии вот выпустил такой короткий трек для поддержки этой гитары, то есть записанный на этой гитаре. И звучит все довольно круто, и бас звучит круто, и аккомпанемент на 12-струнной гитаре звучит суперски. Ну и, конечно же, мелодические соло Стива Вая классические на вот этом 7-струнном грифе тоже звучат потрясно. Но это не все. Еще очень важные дополнительные особенности. Там пьезодатчики, там есть ламповое усиление встроенное, там также есть всякие различные функции по контролю звукоснимателей между собой, то есть что и как в каком виде работает. Также, конечно же, есть MIDI-датчики, все это синхронизировано, то есть там есть Ethernet-выходы, там есть XLR-ные выходы из преампа лампового напрямую, чтобы прям в микшер подключаться. То есть там очень много возможностей, то есть такой полноценный инструмент, то есть не столько уже гитара, сколько какая-то некая гитарная, даже не знаю, студия на колесах, точнее у вас на коленях. В общем, интересный инструмент. Можно посмотреть просто, что такое есть. Я не думаю, что кто-то захочет это покупать, потому что это довольно специфический инструмент, но знать, что такое существует, довольно интересно. Неожиданная новость от Стивена Слейта. Он решил выпустить бесплатную версию своего плагина Trigger 2. На самом деле, не путайте Slate Digital и Steven Slate. Это разные компании, как сам Стивен Слейт говорит, потому что Slate Digital там скорее такая агломерация разработчиков, просто под его именем он там выступает такой, как некий соучредитель и лицо компании Slate Digital. А Стивен Слейт — это уже больше его личная разработка, так он сам барабанщик, любит барабаны. Естественно, в этой компании особенный упор идет именно на барабаны. В первую очередь на сэмплы барабанные, на их запись, на библиотеки, на создание библиотек для сторонних сэмплеров. У них есть свой сэмплер SSD Drums. И, конечно же, есть вот плагин Trigger 2, которым я уже пользуюсь более 3 лет. И очень им доволен. Для живых записей, для рок-записей он просто незаменим. И там в коллекции идут очень крутые сэмплы, которые можно комбинировать с разных микрофонов. То есть очень здорово. И сам интерфейс плагина очень такой чувствительный, настраиваемый. То есть все можно подстроить, сделать очень крутое триггирование. И вот он решил сделать бесплатную версию. Его бесплатность заключается в том, что там не так много сэмплов идет в пакете. То есть если вы хотите больше сэмплов, бочек и снейров, и, например, томов, то это уже нужно покупать полноценную версию, плюс там еще продаются дополнительные библиотеки от разных барабанщиков, от разных студий, от разных барабанных установок и так далее. Но даже стартовый набор в полноценной версии довольно впечатляющий, а здесь всего 6 сэмплов для снейра, для бочки, но для старта этого вполне достаточно. То есть если вы хотели попробовать этот плагин, можете переходить по ссылке в описании, его попробовать, и если понравится, уже рассмотреть покупку полноценной версии. Я ей пользуюсь, очень доволен. Ну а если вы еще не пробовали, переходите и пробуйте. Ну что ж, на сегодня это были все новости. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно напишите, какая новость вам понравилась. И также жду ваших комментариев по поводу моего трека Love Dukes, точнее трека моей группы Love Dukes. В общем, всех был рад видеть. Увидимся с вами в следующем выпуске Quick News через 2 недели. Ну и не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Напомню, что у нас здесь на канале много чего интересного, много видео-ответов по лоджику. И не только, по разным плагинам. И скоро я планирую тоже запуск отдельных категорий видео, тоже довольно интересных по разным плагинам. В общем, оставайтесь на связи и подключайтесь к нашему телеграм-чату, если вы еще не подключили. Ссылка также есть в описании к этому ролику. И там я всегда на связи тоже, всегда готов помочь по лоджику или по каким-либо другим вопросам, связанным с созданием или с работой со звуком. Так что остаемся с вами на связи, увидимся в следующих видео. Всем успехов в творчестве. С вами был Дмитрий Урсул. Всем пока.